Подразделения добровольной пожарной охраны сформированы в 134 населенных пунктах, сообщила сегодня пресс-служба республиканского МЧС. Общая численность дружинников-огнеборцев сейчас составляет 4740 человек. Все они прошли обучение на базе пожарных частей. В прошлом году подразделения добровольцев самостоятельно потушили более полусотни возгораний. Кроме того, дружины более 300 раз привлекались к тушению крупных пожаров в качестве дополнительных сил.